Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я специалист по инструменту торговой марки Stavr. Сегодня я расскажу вам о линейке стабилизаторов торговой марки Stavr. Это однофазные стабилизаторы релейного типа, рассчитанные на нагрузку 1, 2, 3 и 5 кВт. Стабилизатор – это незаменимая вещь в каждом доме. Очень часто напряжение в сети неровное, поэтому при сильных скачках напряжения дорогостоящая техника и оборудование выходят из строя. И гарантийное обязательство на такие случаи не распространяется. Стабилизаторы сглаживают скачки, защищают от короткого замыкания, помех в сети и на выходе дают ровное напряжение, охраняя тем самым вашу технику и продлевая срок ее службы. А если скачок напряжения слишком сильный, стабилизатор просто прервет цепь, не даст пострадать вашему оборудованию. Они способны стабилизировать напряжение от 140 до 260 вольт, давая на выходе ровно 220 вольт. Время регулирования составляет от 5 до 7 миллисекунд, а коэффициент полезного действия не менее 98%. Наши стабилизаторы работают в широком температурном диапазоне. Все стабилизаторы Stavr имеют информативный электронный дисплей. Здесь мы видим напряжение на входе, напряжение на выходе, нагрузку. Стабилизаторы на 1 и 2 кВт подключаются к розетке, как обычный электроприбор, и имеют розетки для подключения нагрузки. Стабилизаторы на 3 и 5 кВт рассчитаны на стационарное использование и могут быть подключены к розетке при помощи проводов. Для этого имеют специальные зажимы на задней панели. Функция байпас используется на моделях 3 и 5 кВт. При необходимости она позволяет запитать приборы напрямую от сети без стабилизации. Функция задержка включения дает возможность избежать влияния переходных процессов, возникающих при подключении электропотребителей с двигателями или мощными нагревательными элементами. Если при сильном скачке напряжения или перегрузке стабилизатор уходит в защиту, подача напряжения может возобновиться по выбору через 5 или 180 секунд. Эту функцию имеют все стабилизаторы торговой марки Stavr. Также все модели стабилизаторов напряжения имеют защиту от перегрева обмоток трансформатора. Именно стабилизаторы релейного типа оптимально подходят для работы в условиях частых перепадов напряжения. Благодаря высокой надежности и долговечности они являются самым распространенным типом стабилизаторов напряжения. Посмотрим, как работает стабилизатор. Стабилизаторы релейного типа относятся к классу автотрансформаторных устройств со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения обмоток автотрансформатора электромеханическими силовыми реле. Стабилизаторы напряжения торговой марки Stavr отличаются наличием особой надежной вольтодобавочной катушки, выполненной из высококачественных материалов. Плата управления в реальном времени проводит анализ напряжения на входе стабилизатора и с помощью реле практически мгновенно подключает и отключает дополнительные обмотки вольтодобавочной катушки. Стоит отметить, что точность стабилизации напряжения зависит от количества ступеней трансформатора. Стабилизаторы напряжения торговой марки Stavr имеют четырехступенчатый трансформатор. Ну и конечно, Stavr неизменно гарантирует высокое качество своей продукции. На все стабилизаторы торговой марки Stavr действует гарантия 2 года. Stavr надежен, нацелен на результат –